З нагоды свята перамогі віншаванні атрымалі пацыенты Магілёўскага абласнога шпіталя Вялікай Айчыннай вайны. Сталых людзей наведаў старшыня аблвыканкаму Уладзімір Даманеўскі. Падрабязнасці ў сюжэце. Шпіталь Вялікай Айчыннай вайны разлічаны на 200 хворых. Зараз тут на лячэнні 160 чалавек. 46 з іх – ветераны вайны. У нас ёсць всё неабходимае для лечэння і абследавання. Хорошая физиотерапевтическая аппаратура, хорошая диагностическая аппаратура. Актовая зала собрала на гоноровую сустрэчу усіх, кто здолел покинуть свои ложки. Многие из присутных ведают про войну не с рассказов. Фронтовая Катюша еще больше ускалыхвае успамины. Я работала в военном госпитале 23-12 санитаркой. Мы ездили даже на передовую за ранеными. Спасибо за такой праздник, что нас не забывают. Слава Богу, чтобы дальше так было, чтобы было тихо над нами небо, мирное небо на земле и в семье, в каждой семье. Здоровья и бодрости пожелал присутствующим керовник в области Уладзімір Даманеўскі. Усе разом узгадали героичное минулое белорусского народа. Самое дорогое достояние, что мы сохранили мир, и белорусы – нация в мире славит как мирная нация. Это все то, что заложили победой в Великой Отечественной войне наши деды и отцы. Але свято на то и свято, как приходит не с пустыми руками. От областной улады шпиталь отримал у подарунок новый аппарат для физиотерапевтичного лечения. Алесь Рыбалка, Александр Артемьев, Новини Регіону.